Всем привет, с вами Реанур, и вот сейчас у меня начался даже уже некоторый кризис производства, что я некоторых начал уже людей отправлять на фирму, но наконец-таки у меня было произведено исследование под названием так, и где майнинг? Ore mining. То есть наконец-таки я могу строить место, из которого я смогу добывать руду. Наверное, в этом же участке я и начну отстраивать свою рудную ферму, рудную шахту свою. Посмотрим, как буду здесь располагаться. Так. Таким образом. И теперь, так как Урэй основной моей деятельности инженер, он как раз должен приступить постройки. Да, он прекратил работать над колодцем, поэтому ничего страшного в этом нету. Сейчас просто немножко поработав на пшеничном поле, уйдет, да и продолжит заниматься тем, чем занимался раньше. Вот. То же самое с Марчелло. То есть как только закончится вода на ферме пеньковой, где производится канапель. Вот. Вот, сразу же к тому времени начнется, либо закончится порог, забьется. Вот. Так, и Рэй уже построил так быстро. Так, ну это хорошо, конечно, но где-то ж нужно ее перерабатывать, да, эту рубу. Рэй, конечно, начнет пока не работать, но начнет быть. Лично деятельности будет работать именно здесь. И, наверное, да, чтобы избежать кризиса производства здесь, мы, опять же, еще одного человека тоже переведем на рудную шахту. На шахту по добыче руды. Так, и вроде как все нормально, все хорошо происходит. Так, где все-таки майнинги? Нет. Процессора нет здесь. А, видимо, пока не исследуются остальные следки, да, я не получу. Только... Давайте глянем. Да, Steel Refinery. Угу. Из железной руды будут в Steel Refinery производить непосредственно уже наши вещи. Так, и наверное, как только это все исследуется, это, конечно, еще не быстро будет, но тем не менее, следующим этапом я все-таки начну изучать Weaponsmith, потому что без него мы не сможем нормально обрабатывать работать на низкие штуки. Weaponsmith и Armor крафтинг различный, то есть вот из этой ветки мы начнем вырабатывать навыки, технологии изучать, что позволит нам в дальнейшем более продвинуто идти по технологиям. Ну, я пока поставлю на паузу, пока не произойдет что-нибудь более интересное. И вот, значит, за 5 подряд боя прошло, меня атаковали с двух сторон, по очереди 2 отряда. И сейчас вот опять всех полутал и занимаюсь чем? Вот, допустим, полу поднял. Бедолаги пока достаете больше всех. Свою возможность тренировочную он уже прошел. И вот таким образом всех раскидываю на полечиться. Сам себя тоже не могу забыть. Так вот, там кажется, только что прекратил лечиться или... Так, ПСУ. Есть такое подозрение, что персонажи, если они не доходят, и кто-то положит, да, они берут, потом и сами не долечиваются до конца. Уже потом их чуть не сильно помоет. Сейчас мы, скорее всего, это будем созреть. Пожалуйста.
Так. Дойду, естественно, он до конца даже не долечился. С одной рукой даже вообще не рабочий, с одной ногой покалеченный. Короче, не забыл, нужно тоже за этим отслеживать, что персонажи не все работают нормально. Ну что ж, работаю. А, не понял. Так, такое ощущение, что кто-то куда-то сделал что-то не то. Так. Потому что у меня такое ощущение, что руды у меня было явно больше. Так, давайте всех. Всем ящики. Ну, это опять же для удобства работы. Нужны все-таки ящики. Извините, ящики, а сумари. Так, и кто, куда делась руда? У меня было больше руды, туда точно. Ну, куда-то делась. Ладно, будем считать, что я не память иду. Ну, суть в том, что руда у нас уже, сырое железо уже вырабатывается. И, пожалуй, теперь я опять ставлю на паузу, пока будет чего-нибудь интересного. Что случилось опять бой. Все равно я его промотаю. Ну, сколько я можно смотреть на одну типную бесконечную бой. Но я прихожу все больше и больше к мнению тому, что мне крайне необходимо уже как-то продумывать, каким образом у меня будет произведена стена и тому подобные вещи. Потому что уже начинает надоедать, что постоянно приходится сражаться с бандитами. Как они это будут думать? К сожалению, ни один караван, хотя я четко видел, что именно два каравана проходило сквозь мой пост, один караван, к сожалению, до сих пор пока ничего не приобретал. В общем, просто не нужно то, что это. Ну, это с собой закончился. Пауза. Да елки-моталки, опять не успели мои герои даже перепринтоваться, толком всех полутать и не успел, а уже я увидел, что все мои другие друзья куда-то натонули. А, кстати, что это за такое интересное? А, это обычные сами. И я сразу же, получается, опять тут же всей толпой врываюсь в бой. Так, получается, то есть лута было немного. Я чисто оружие пособирал. Наверное, дома ничего не было. Ну и опять бой. Опять мясорубка. Это уже начинает немножко поднапрягать. Да, еще двое потянулись. Ладно, побыстрее, что промотаю. В принципе, сколько их? Еще. Ничего. Давайте еще быстрее поставим. Да, если внимательно присмотреться, то видно, что во время боя не так уж много тратится. Так, Рейн сразу я уже приглашаю. Сложение. Так. Ну все, пауза, дальше будем снимать чуть позже. И вот, наконец, завершено исследование рудников. Не рудников, а переработки. Вот. Steel Refinery у нас появился. Так, ну и что, давайте построим. Ага. Я вот думаю, наверное, вот разверну их одну к другой, прям впритык почти. Вот таким вот образом. Так, и... Рэй должен приступить. Ага, пошел. Пошел за ресурсами. Коих у нас... Должно быть очень много. Кстати, вот на ходу можно вот отсюда прям... Есть некоторые не совсем правильные вещи, что можно прям... Так, аутхант-то куда идет? Тоже тащит мне ресурсов. Спасибо, конечно.
Так, и что? У нас тут заканчивается строительство, нет? No power. А, это глюк. Это глюк, глюк, глюк. Так, и, наверное, кого-нибудь. А, вот раз уж ты здесь, вот давай ты и будешь сразу здесь работать. То есть, куй железо из руды. Так, и можно, кстати говоря, вот таким вот немножко читерским способом поступить. Единственное, что важно найти нужный сундук, ага. Из инвентаря сразу можем вот так вот повыкидывать всякие разные предметы прям сразу в сундук, что должно гораздо сильнее ускорить. Так, и Рэй то же самое давайте сделает. Вот. Я, конечно, этим обычно не пользуюсь, но именно вот такая возможность имеется. Так. Ну и что? Так, все равно там какой-то медленный. Скажи, еще бы. Забронировал вас. Всех. Ну и что? Процесс пошел. Процесс пошел. Все. Все работают. Так, и я так думаю, что, наверное, мы сюда еще подключим для ускорения процессов Марчелла. Потому что... Так, уже строительных материалов у нас, и так полагаю, что уже вообще достаточно. И так, там нужно, значит, одного оставить с сундуком, Серджио с сундуком как раз-таки, Вейлен с сундуком. Так, Виндикатор. Виндикатор, наверное, тоже сюда пускай присоединяется. Короче, все копают руду. И одновременно перерабатывают руду. Так, и опять очередная заваруха. Ну, я не буду уже ее снимать. Так, а подождите, а кто это? Кто здесь? Кто к нам пожаловал? Почему он один? Что-то не могу понять, а кто на нас напал? А, вот он. Вот он. А почему не могу его выбрать? Обычный бандюк. Ну, это обычный бандюк. На этом я с вами прощаюсь. Я с вами был рад. Пока-пока. Счастья вашему дому.